сорт перца Пхуджалокия пич. Это Пхуджалокия персик. Видите, какой красавец. Какая красота. Вот такие вот перчики у нас. Морщинистые, все пупырчатые. Очень большое количество их завязалось здесь. Если приподнять, посмотрите. А вот какого цвета сам перец. Красавец. Сейчас мы сомнем. Я вам покажу. Так, где-то еще был у нас. Тик-тик-тик. Все цепляется, видеокамера. Неудобства сплошные. Вот тут она еще не полностью созрела. Вот он созревает от светло-зеленого. Вот он светло-зеленый. И становится вот такого вот необычного цвета. Смотрите, какая красота. Вот. Такой цвет красивый. Острота такого перца от 800 тысяч до 1 миллиона. Там чуть-чуть больше миллиона. Очень интересный сорт. Очень-очень острый. Просто нереально. Он острее в два раза, чем Red Savina Habanera. То есть такое растение может вырасти от 45 сантиметров до 1,20 м в высоту. Срок созревания у него 120 дней. Это самый острый перец. Был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Вот, такой красавец. Необычной формы. Ну, конечно, видеокамера не передаст красоту его. Я же говорил, что срок созревания 120 дней у него. Так что его на рассаду следует высевать где-то с 5 по 10 января. Особых, для содержания его и выращивания, нет. Он выращивается, как обычный сладкий перец. Только единственное, что надо высадить его пораньше на рассаду. Потому что срок вегетации у него 120 дней. Это самый острый перец. У него вкус немного пряный. Есть вкус хабанера, но не такой насыщенный. Этот перец родом из северо-восточной части Индии. Он очень острый. Очень и очень. Если вы хотите делать сверхострые соусы, это как раз то, что вам надо. Вот у меня этот кустик сантиметров 40 в высоту. Его также можно выращивать как в открытом грунте. Но обязательно надо притенять. Он любит влагу. Плодоносить он начинает где-то, где-то в конце августа. Вот у него первые плоды в конце августа. И в сентябре он быстро нагоняет. Видите, вот сегодня 10 сентября. Уже довольно-таки крупные плоды у него. Вот уже начинает нижний ряд, начинает у него созревать. Его можно выращивать как в комнатных условиях. Это многолетнее растение. Так и в теплицах. Очень высокоурожайный, очень много плодов. Видите, тут прямо они висят там чуть ли не друг на друге. Вот. Смотрите, какое большое количество. Кустик довольно компактный. Ну, теплица может вырастать очень больших размеров. Так что посадите у себя такой сорт. Сделайте супер соус. И будете угощать своих друзей и знакомых. Все, пока. Всем удачи.